связи с локаутом у меня действительно появилась такая уникальная возможность поиграть в России и, будучи еще в хорошей форме, в хорошем физическом состоянии, в 30 лет, да, какой-то, может быть, в зрелости в такой баскетбольной, выступить перед своими близкими, перед своими друзьями, болельщиками и поиграть в России. В ситуации с ЦСКА, наверное, есть огромный плюс – это участие в Евролиге. И обе команды одинаково близкие для меня команды. Обе команды, которые я не могу делить их на одна какая-то мне больше дала, другая меньше. Вот, это две команды, в которых я провел все свое, можно сказать, начало карьеры и вырос как игрок-баскетболист. Вот, они, Кондрашин, Гомельский, для меня одинаково культовые фигуры. Вот, и поэтому немножко такой, как я и радуюсь, немножко огорчаюсь, потому что мне пришлось отказать одной команде. Вот, поэтому буду играть в ЦСКА, сделаю все возможное, чтобы мы выигрывали в каждой игре. Полностью моя зарплата на время локаута будет передана в благотворительный фонд. И все эти деньги останутся в России в виде помощи нашим детям, нашим ветеранам, больницам. Поэтому я считаю, что это очень хорошее дело. В ЦСКА собрана уже очень сильная команда, мне кажется, которая уже играет в сильный баскетбол, в очень хороший баскетбол. Мне кажется, что теоретически, да, если рассматривать ситуацию, может быть, я дам разгрузку двум-трем людям, да, в начале сезона, кто-то сохранит себя на конец сезона.